إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دراجي مسلماني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته мы продолжаем серию лекций дженшини Сегодня, иншаллах, после того, как мы объяснили, как Аллах, Субхан Таил, женщину, как Ислам возвесил женщину, какой статус ее передал, когда она может работать, когда она не может работать, все это когда объяснили, сегодня я хочу коротко сказать хадисы хадисе пророка, алейкум, который завещал мужчинам, чтобы они хорошо относились к своим женщинам. Во-первых, Аллах в Коране завещал и поставил правила. И сказал, на бельмаруф, обходите с ними по-хорошему, доброму. Общее правило это, чтобы человек, мужчина, чтобы обходился с женщинами хорошо. Как это является хорошо, и нам объяснил пророк, саллиллаху алейхи своим действием, действием, и своими словами. Пророк, саллиллаху алейхи дома он был а еще рассказывает, пророк, саллиллаху салам дома помогал своей семье, когда, говорит, время намаза наступало, оставлял свой и выходил на намаз. Будучи пророком, будучи, можно сказать, амиром, голова страной, управляя этому, ему не мешало, что он иногда дома своей семье помогал. И пророк, саллиллаху завещал, чтобы своей женщинами хорошо относился. Пророк, саллиллаху алейкум, говорит, Поистине Аллах завещает вам, чтобы вы обходили своими женами хорошо, по-доброму. Поистине Аллах завещает вам, чтобы вы обходили своими семьями хорошо. Они являются вашими матерями, они являются вашими дочерями, они являются вашими тетами. И также пророк, саллиллаху алейхи вассалам, говорит, мужчинам обращаясь, «Ла яфрук му'минан му'мина» не будет, говорить упрекать гневаться верующий мукмин, на верующую женщину да такой степень гневаться чтобы они разводились если, говорит, ее какой-то нрав ему не нравится есть, говорит, который ему нравится у нее другой нрав верующий мумин Forgetting. Если, говорит, ему не нравится какая-то черта его жены, есть другая черта, у него хорошая черта. Из этого, говорит, не упрекайте своих женщин и не ругайте их до такой степени, чтобы вы с ним разводились. Еще раз пророк, сал завещает мужчин сильным завещаем, завещанием и говорит Аллахума инни ухаррижу хакка дайфайн». Аллахума инни ухаррижу хакка дайфайни». Я говорю, пророк, саллиллах алейкум, усиленно завещаю, говорю, кто это оставит, то он получит грех. Право двух слабых людей. Право двух слабых людей, где я завещаю, чтобы это полноценно, чтобы это выдавали. Кто это два слабые? Аль-Ятим. сирата, сирота. Нету живых. И вальмара. И женщина. До такой степени пророк, саллаху заботился, о женщинах завещал свою умму, чтобы они, они обращались с ним хорошо. Некоторые думают, ислам и женщина угнетают. Нет, наоборот, его возвещают. Угнетение мы видим в Западе, даже будучи мусульманами сейчас. Хотя даже полноценный ислам мусульман не соблюдают. Смотрите, арабские, мусульманские женщины где работают? И где работают в цивилизационных странах женщины? Большинство женщин работают грязных работах, уборщицами на улицах. Они работают даже в тяжелых работах, в шахтах работают, работают, чтобы дороги делать. А в мусульманских странах, в арабских странах, смотрите, например, даже Сирия не является исламской страной. Она светская страна. Хотя там ни одной женщины я не видел, которая на улице за уборщицами, которые работали. Или же работали там дороги чтобы асфальтировали или ямы копали. Хотя таких много мы увидели, да видим даже в своем Дагестане, которые воспитывались под коммунизмом и сейчас воспитывают под Россией. И от многих так и в Западе видно. Арабских стран до сих пор женщин не увидите, чтобы такие грязные работы они делали. Не говоря Саудия Кувейт, Бахрейн, Катар. Не говоря о странах Арабского полуострова, которые в высшей степени соблюдает ислам, чем в других странах. Вот этим даже сравнением вы увидите, как ислам возвещают женщине. Даже красивую вещь, это феминистки, хотят плохо показывать. У них женщины не работают, у них женщины дома сидят, у них женщины всегда за ним ухаживают, не дают им работать. Вы сами спросите, это женщина, которая работает сейчас в шахтах или же уборщицы, что ей лучше было бы дома сидеть, что за ним ухаживал муж, дети, или же ему лучше, и, и она смотрела за своими детьми, работала в своей кухне, и за собой ухаживала, и за мужем ухаживала. Это ей лучше, или же с утра до вечера в этих канализациях работать, и уборщицами работать, и вечером прийти устала и дома ничего не делать, лечь спать, чтобы завтра утром еще на работу выходить. Ценности поменялись. Это никогда не было ценностью, просто эти люди которые выросли этим грязью, выросли к унижениям женщин, всегда унижают их, хотят мусульмане тоже туда притянут. А если кто-то не соблюдает этот ислам, это его проблемы. Это он не соблюдает ислам. Ислам, ислама он, это действие, которое против, против женщин, это действие ислам никакого отношения не имеет. Ислам, как вы видите, призывает, чтобы с ним хорошо относились. Даже женщины, у кого есть плохой, нрав, плохой характер, качество, хотя так, пророк, وسلم, говорит, если у нее другие, другие качества хорошие, говорит, не упрекайте их. Еще пророк, саллиллаху говорит, поистине, Аллах, субхану будет спрашивать каждого пастуха за свой пастух. Он сохранил их или потерял? Который он, кого он должен был сохранить? Семью? Даже когда будет спрашивать мужчины, ахли байти за свою семью, за свою жену, дети, сестры, за них он будет спрашивать. Он их сохранил или я их потерял? И еще сказал Пророк, саллиллаху алейкум, хватит, говорит, для мужчины греха потерять того человека, который он должен им, их кормить, иметь в виду своих детей, свою семью, оставить их не воспитанием. Еще смотрите. Пророк, саллаху алейхи васлам говорит, садака. То, что ты кормишь свою жену, приносишь домой, кормишь свою жену, это для тебя является садака милостыня. За это ты получаешь вознаграждение. До такой степени ислам заботится о женщин, чтобы за ними ухаживали, чтобы их кормили, чтобы они не голодались. Даже это считается поклонением садака, милостиня и вознаграждение от Аллаха Субханаху Ва Еще говорит пророк, саллиллаху алейху все, что ты расходуешь ты, это для тебя садака, если ты ради Аллаха расходуешь. Даже тот кусочек еды, который ставишь в рот своей жены, это для тебя садака. Имеется в виду, то, что ты кормишь свою семью, свою жену, это тоже для тебя вознаграждение, это поклонение, айбада. Потом еще приходят люди и говорят, ислам унижает женщин. روك صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبة دينار أنفقته تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك الله أكبر دينار كتري تدل نبتي الله في جهاد دينار كتري راسخ أصبح جدني ربا Динар ты расходовал для бедных. И динар расходовал на свою семью. Из них сами большое вознаграждение ты получишь. Тот динар, который ты расходовал на свою семью. Смотрите, братья мусульмане. Смотрите, сестры мусульманки. Как ислам возвышает вас? Как ислам обязывает мужчин разным способом? Мотивирует их, чтобы они расходовали свои семьи. Чтобы их кормили. Чтобы они не оставили голодным свою семью. И считает это для мужчины вознаграждение, и это для мужчины поклонение. Айрбадов Сарай Сария Аллаху Ан сказал, что пророк, саллиллаху алейху говорит, если мужчина напоит свою женщину, свою жену водой, он за нее получает вознаграждение. Он стал отдал воду своей жене, чтобы она выпила, потом говорит, это хадис тоже расскажет Айрбад Ибн Сария. Знание не за, не за то, что, чтобы мы получили какое-то знание. Мы это, чтобы на действие превратили. В другом хадисе говорит, лучший из вас является тот, кто хорошо относится к своей семье. В другом хадисе говорит пророк, сказал иманан. Самый полноценный из верующих иманом является тот, кто Ахсан хум хулукан. красивый нрав. Лучший из них, он которые лучше относятся к своей семье, своих, своих женщин. Будет это мать, дочь, жена, которая с ним хорошо относится, является лучшей из вас. Из добра то, что Аллах нам приказал, и мы должны относиться хорошо, это не означает разрешать женщинам делать то, что они хотят. Хоть это будет греховное, харамное. Нет. Лучшее отношение женщин означает, чтобы их обучать хорошему, обучать религии обучать их то, что им поможет в этом дуне и в ахирате. В другом хадисе Аллах Хурани и этим сабру делает. Терпение должен проявлять мужчина, воспитывая их. Аллах Хурани говорит, призывай свою семью к намазу, чтобы они молились, поклонение, призывай их, востабир алиха, стань это и сделай сабру на этом, терпение прояви этом. Али ибн Абиталий говорит, ради Аллаху Аллах, когда в Коране сказал, Ку нара», защищайте, защищайте, свои души, тела и свою семью от огня ада, когда Аллах так сказал, это означает, говорит, «Аллиму ахликум рухайра. Обучайте своей семьи хорошим, добрым. Обучайте их религии. Так мы спасем свою семью от огня ада. Сам пророк, саллиллах алейкум, относился к своей семье очень хорошо, своим женам. Мы знаем историю пророка, саллила, львы, саллам, как он относился к своим женам. А еще передает день праздника, когда эфиопские люди играли в мечети. Мне, мне говорит, пророк саллила, львы, сказал, хочешь посмотреть? Она сказала, да, хочу. Он сам постоял, на его плечи голову поставила, свой щек и щек пророка وسلم, и смотрела на них. Пророк салли, львы, сам стоял, потом говорит, хватит. Она говорит, еще нет еще спросил, говорит, хватит. Она говорит, нет. Потом они конце, она говорит, сама говорит, мне так сильно не нужно было, когда на них смотреть, нет, не было. чтобы люди видели, чтобы женщины, другие жены увидели, в каком статусе является мое положение у пророка, саллиллаху Стоял пророк, пока она будет смотреть на этих а, сподвижников пророка, которые играли с день праздника праздником мечети. Поход битвы вышел пророк, саллиллаху висалам, в сафар, я Аиша с ней был жена пророка, она молодая, с ней был, она говорит, тогда я еще полная не была, и с, с, с подвижником, весь армии говорит, вы и, вперед идите, отправил пророка. Саллиллаху, 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 саллиллаху. Потом Аиша сказал, иди сюда. Они вместе побежали оба на пригонки, и Аиша, она молодая, пророк же еще взрослый был, она выиграла. Еще в другом походе, когда они вышли, сафар, когда вышли, Пророк, саллаху салам, также сделал, отправил армию вперед. Тогда, когда я уже полная была, я сказал, как я могу с тобой сейчас на пригонке бегать, я такая полная. Он сказал, давай побежим. Он побежал, тогда выиграл пророк, саллаху салам. Тогда пророк говорит, хавихи битилька сабха. Это за тот победу, которую ты побежала и выиграла. Так, пророк, саллаху будучи пророком, будучи главой государства, будучи Амиром, будучи джихаде сафари, относился так к хорошим отношениям к своим женам. И завещал нам, всем мусульманам, которым мы должны обязаны подчиняться пророку, саллам, чтобы мы тоже относились к своим семье хорошо. Пусть Аллах Субханаху Та'аля алла, даст нам силу, возможность, терпение, чтобы мы тоже относились к своим семьям. Так же, как завещал нам наш пророк, саллиллаху алейхи ва